Am I, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, Хаврим! Сегодняшним утром я бы хотел поговорить с вами о таком термине, как счастье. Что же это для вас? Какая ассоциация у вас возникает с этим словом? Возможно, для вас это вкусный ароматный кофе или же завтрак на берегу моря. Давайте же таки разберемся, что же говорит об этом Писание. Счастье – это как состояние удовлетворения в любой жизненной ситуации, когда наша душа находится в шаломе. Возможно, следующая мысль к вам не относится. Но, друзья, в этом мире люди считают, что с помощью денег, образования, возможно, из-за детей, какой-то статус или власть, или влияние – это то, что будет приносить счастье. Так давайте же возьмем на примере величайшего, мудрейшего царя в истории. Это сын Давида, это царь Соломон. Его еще называют экклезиаст. Мы возьмем эту книгу, пройдем сквозь нее и увидим, как царь Соломон брал несколько сфер жизни человека, те, которые я перечислил выше, доходил до максимума, потому что он как царь имел эту возможность, а потом делал выводы. Итак, книга «Экклезиаст», 1 глава, 12-18 стихи, говорит о образовании. Царь Соломон представляет себя как царя. Он говорит, что очень много учился и что он достиг больших высот. И я могу с ним согласиться, потому что его мудрости не было предела в тот момент. Потому что когда Господь спросил ему, что ты хочешь, он ответил – мудрости. И Господь дал ему такую мудрость у человека, жившего до него, и после него такой мудрости не было. Итак, он говорит, что величием и мудростью превзошел всех, кто правил в Иерусалиме до него. Он обнаружил, что с большой мудростью и знаниями приходит много печали. И чем больше знаний, тем больше скорбь. И как вывод в 14 стихе он говорит – все суета, сует и томление духа. Образование не приносит счастья. Следующая сфера – это удовольствие. Это вторая глава книги «Экклезиаст», первые 11 стихи. После обучения Соломон решил искать удовлетворение, удовольствие в вине, в смехе, в большом строительстве, возможно, в слугах. И как вывод, 11 стих – все суета, сует и томление духа не приносят удовольствия и счастья, как оказывается. Потомство. Вторая глава, 12-26 стихи. Царь говорит о том, что его ждет участь, какая ждет и глупца. Они умрут в какое-то свое время, и не будет между ними разницы. И он переживает о том, что если у него не будет потомства, то его забудут со временем, как и его дела. И Соломон впадает в депрессию. Он не может спать ночью. Он возненавидел дела свои, которые он делал, потому что ему придется все оставить своему потомству. И он не знает, будет ли оно достаточно мудрым и образованным для того, чтобы правильно использовать его. Как вывод, 26 стих – это суета, сует и гонение за ветром. Потомство не принесло ему счастья. Деньги – как же важно. В наше время без денег никуда. Итак, царь Соломон в 5 главе книги «Экклезиаст», 10-16 стихи, берет эту сферу и говорит следующее, что оно не приносит удовлетворения, это в 10 стихе. Ты не спишь спокойно, ты, когда умираешь, не можешь забрать свое богатство с собой. И это ужасно, так говорил Соломон. Поэтому деньги не приносят счастья. Все суета, сует. Репутация. 7 глава, 1-15 стихи. Для того, чтобы заслужить репутацию, нужно длительный период времени действовать рационально, логично и хорошо. Таким образом, люди будут знать о вас и будут говорить, он хороший или она хорошая, с ней можно иметь дело или с ним. В 15 стихе Соломон обнаруживает, что хорошая репутация не приносит счастья, не обеспечивает успеха. И давайте зачитаю этот стих. 7.15, книга «Экклезиаст». «В моей суетной жизни я видел всякое. Праведника, гибнущего в своей праведности, и нечестивого, живущего долго в своем беззаконии». Как вывод? Все суета, сует, томление духа. Итак, что же насчет истинного источника счастья? Экклезиаст в последней своей главе, 12, 13-14 стихах говорит следующее. «Оказывается, теперь, когда все было услышано, вот заключение. Бойся Бога и соблюдай Его повеления, ведь это все, что важно для человека, потому что Бог приведет каждое дело на суд, включая и то, что сокрыто, будь оно хорошим или плохим». Этим словом Соломон отражает принцип, который описан в книге Иисуса Навина, 1 глава, 8-9 стихи. Вот что говорил Иисус.
Пусть слова книги закона всегда будут у тебя на устах. Размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех. Итак, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не падай духом, потому что Господь, твой Бог, будет с тобой, куда бы ты ни пошел. И этим утром я бы хотел молиться о том, чтобы Господь был вашим истинным источником счастья, чтобы вы нашли в Нем ту чашу, из которой вы будете испевать всю свою жизнь и иметь удовлетворение. Господи, во имя Иешуа Мессии, я молю Тебя о том, чтобы каждый человек, узнав Тебя, имел в Тебе счастье, имел утешение в Твоем Слове, и чтобы они были тверды и мужественны. Во имя Иешуа. Амен. Будьте благословены и хорошего дня. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.